Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И посмотрите, что у меня здесь, вы ничего не видите, а? Я вам скажу, ребята, это миссия Прудина. Да, пускай не на 3 звезды, но все еще впереди. И это Прудина, как видите, на 3 звезды. И вот здесь, ребятушки, я встрял, но встрял из-за того, что у меня закончилась горючка. Так вот, вы скажете, блин, а где же прохождение, ребята? Поверьте, все будет, все сохранено. Но просто там как получилось. Я сел, невзначай поставил на запись и начал просто играть, без всяких там предисловий это. И представляете, поперло. Нет, там, конечно, я очень много раз переигрывал, по-моему, 5 или 6 раз. Но, тем не менее, ребята, я осилил. Так, ну, а вот в этот период я хотел бы с вами поговорить о новом юнити, который у нас появился. Он, ребята, донатский, не буду скрывать. И вот он. Спеккопс. Солдат специального подразделения с наилучшим оборудованием и навыками ближнего боя. Имеет оружие дальнего боя. Спускается с неба. Ну, спускается с неба в плане на парашюте он приземляется. Так вот, давайте посмотрим, что же он. Во-первых, он мне чем-то напоминает Соньку. Стреляет, ну, не так же, по-моему, быстро. Ну, по мане они стоят одинаково. Во-первых, у него после смерти он не может стать зомби. Это большой плюс. Второе, высокая скорострельность. Ну, я бы не сказал, что там супер-пупер высокая. В общем, сами увидите и сделайте выводы. И отталкивает противника. В принципе, практически как Sony. Все то же самое. Высокая скорострельность, отталкивает противника. Только Сонька у нас может превратиться в зомби, а этот братишка нет. Плюс, когда вы его покупаете, у вас идет автоматическое улучшение. То есть он улучшается сразу же с наилучшими параметрами для себя. То есть не надо в него ничего вливать. Вот он сразу 13 уровень, по максималке раскачивается. Так, ну что же. Теперь я вам хочу сказать, кого я здесь брал. Для вот этой миссии именно. Да, нам нужно будет потом, точнее мне, все это переигрывать, я буду на 3 звезды, вы знаете прекрасно, я не отступлюсь, буду пытаться. Так вот, здесь я брал с собой практически то же самое, только вместо Вилли я взял, у меня был Марины, да, Марины. Так что, ребятушки, по-моему, пора, наверное, вставлять именно тот видосик, где я проходил именно вот эту вот 136-ю миссию. Ну, а потом будем смотреть, как я проходил 137-ю. Так что, давайте, наверное, поехали, ребят. Слушайте, ну я думаю, что, наверное, бочки нам здесь пригодятся больше. Так, ну что, начинаем с отката. Главное выпускать Соньку, ребята. И мне кажется, что нужно сразу же делать на нее берсерк. Ну, вообще для всех нужно делать берсерк. Потому что, ой, опять эти, блин, как вы меня достали. Так, все, откат, ребят, давайте делать. Ну, Соня, не подведи меня. Ай, прыгают. Ну, справься. Да ёпарасоте, ну что ты будешь делать? Давай, турель, ну. Ай, по-моему, не успею, ребята. Не успею я в очередной раз нифига сделать. Хотя, подожди. Вроде бы нормуль все. Так, ну что, попробуем сейчас эффективность бочек. Именно огненных, потому что заморозка тут не особо нам помогла. Вы помните. Так, давайте дальше под адреналином. Как говорится, пускай не фигарят. Мне бы еще бы одну турелечку бы. Во, хорошо, давай, ребята, этого спекопса вызывать. Давай. Отлично. Ну, не тупи только на этот раз. Отлично, молодец, справился он. Ну, где твои навыки ближнего боя? Я вот не понимаю этого. Черт подери, так. Давайте, наверное, бочки вставлять. О, турель есть, ребята, еще одна турель. Вот это уже хорошо. Так. Главное вот этих вот зомбарей валить, которые прыгают. Они все время стараются к моим этим автоматчикам перебраться поближе. Вроде бы пока неплохо, ребят. Все под контролем. Давайте-ка шмальнем сюда, как говорится, залп. Марина, беги. Кстати, вы не забывайте, что у нас только один юнит, который может пробивать ворота. Это Марины, поэтому его нужно прикрывать, блин. Во что бы то ни стало. Ой, опять эти прилетели. Черт, снесли! Ай! Всех моих стрелков уничтожили, ребят. И это несмотря на то, что мы с вами под берсом находимся.
30 секунд, блин, мне не хватает маны, ребята. Просто элементарно, ну... Во, турелька, отлично. Так, прикроем ее бочкой. Нормуль. Давай, Сони. Выходи. Так, и нам лишь бы успеть до времени. Ребят, если время пойдет, нам, наверное, будет здесь полный Алис. Как вы меня достали, камикадзе, а? Я уже просто не могу. Так, давай, спикопс. Где он там? Где он заявил? Вот, появляется. Так долго он появляется, если честно. Ну, так, отлично, давай шибанем. Ну что, ребят, мы, по-моему, уже с вами баррикадку потихоньку бомбим, да? Да, начали бомбить. Вроде бы пока под контролем. Все, вот единственное, что вот эти вот монстры, которые прыгают, они меня раздражают, ребят. Их постоянно нужно валить. Причем мгновенно, чтобы они не убивали у меня ни Соньку, ни моего спикопса. О, турелечка. Давай-давай-давай-давай, вжаривай. Отлично. Так, и бочки, ребята, ставим наперед. Потому что... Оу, ё-моё, волна, волна. Как я продинамил-то это дело-то? Жесть, ребята. Но у нас есть одно преимущество. Мы под берсом. Мы наносим им колоссальный урон. Чёрт-то. Когда же не закончится? Они за... Блин, если мы выстоим, это будет чудо. Это будет просто чудо. Мало того, что сама миссия жесткая, так мы еще и волну... Да, ребята. Ха-ха, мы волну с вами отбили, представляете? Вот это круто. Вот это мы молодцы. Мои солдаты просто бравые ребята. 136-я миссия пройдена, да, на 2 звезды. Получаем бонусы. Как говорится, деньги лишними не бывает. Ну что же, ребят, давайте смотреть тогда дальше, что у нас тут будет по ходу дела. Стопудово сейчас будем открывать карту с вами. И искать где-то новую миссию. Блин, 2 звезды, отлично. Прошли все-таки эту миссию, блин. Потихоньку начинаем вспоминать навыки. Так, вот, ребята, у нас миссия. Горючки пока хватает, можно еще здесь открыть. О, там у нас, смотрите-ка, сундучок лежит. Так, ну что, ребята, 137-я невозможно. Команду я оставляю прежней. И ту же самую, наверное, схему. Делаем откат, вызываем Соньку. Блин, ты посмотри, а. Камикадзе идет. Причем в первых рядах. А вот эти вот чуваки в шлемах, они же, по-моему, иммунитет к стрелковому оружию. Я вот что-то не помню, если честно. Так, подожди, это что? Что это? Что это за каракатица там ползет, ребят? Я не понял, надо почитать. У нас в энциклопедии должно... Так, подожди, блин, некогда читать. Вот, турель. Ну, сейчас, наверное, пойдут, ребята, у нас дела в гору. Так, обычный бегающий зомби, понятно. Обычный бегающий зомби, ничего в нем такого особенного нету. Давайте-ка бочки. Так. Давай-ка вот эту штуку, будем вырабатывать с вами храбрость. Да ладно, а что... Такая легкая миссия. Может быть, это просто поначалу так кажется, а? Ты смотри, сколько этих зомбарей. Слушайте, а они же, по-моему, бессмертны. Они постоянно будут вставать. Да, точно, ребят. Вспомнил я, что это за зомбари. Их практически нельзя убить. Так, хорошо, давай, Соня, выходи. Так, бочка. Ее, естественно, сюда будем ставить. Ну, Марина, давай, добивай. Отлично, ребята. Вы представляете, они даже мне не нанесли урона. На 100% у нас пройдена 137-я миссия. Ну что же, ребята, наверное, я думаю, что на этой ноте мы будем с вами завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть, потому что у нас, ребята, элементарно нет горючки. Да, у меня всего 3. Ну, открою я сейчас немножко карту и все, ребята. Ну, не беда, увидимся с вами в следующих новых сериях.